Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня 29 августа, четверг. У меня новый влог. Я его начала снимать вечером. Только-только закончила влог за предыдущий день. Ну, в общем, чтобы он не получился сильно затянутым. А вон там он сидит, киса. Внимательно на меня смотрит. Ну-ка, интересно, получится увеличить или нет? Вот она. Кошакула сидит хитро и смотрит. Достаточно, в общем-то, теплый вечер. Сейчас 8 часов, 19:59. На озере посидела немножко меньше, но с другой стороны, правильно, потому что сегодня солнце было более яркое. Вот она, киса. Солнце было более яркое, я так начала загорать. И оно и к лучшему, в общем, что я ушла. Просто я думала, что мой любимый приедет второй раз на озеро, потом мы вернемся, съездим к фермеру, но получилось по-другому. Там время поджимало. Я приехала, и, ну, у нас там возникли проблемы, и любимый поехал к фермеру сам. Я здесь раскрашиваю, вот так продвигается моя работа. В этом месяце я не выполню план по раскраскам, у меня, как оказалось, 32 работы, и, наверное, штучек 10 я не успею сделать, потому что вернусь позже. Ну, это не так страшно, тем более я не успела, просто потому что много раскрашивала карандашами, а это, мне кажется, и по цене, ценнее будет. Здесь вот жираф такой яркий. Сегодня уже 30 августа, пятница. Сейчас я пойду на озеро, погода обещает вообще сегодня быть, наверное, какой-то безумно жаркой, чему я рада, потому что вышла вот утром во двор, и уже было тепло. Постелила, вот только-только, здесь уже со вторника, но только-только постелила, вот все здесь протерла, постелила салфетки, ну, в принципе, их нужно 3, но я купила 4. Вообще, я у себя дома люблю, чтобы они были убраны, чтобы стол был чистый, и когда уже требуется, я стелю салфетки. Я, в общем, не очень люблю, чтобы они лежали постоянно, но если их не постелить здесь, то их никто и не постелит. Поэтому 3 салфетки и 4-ю постелила в центр, чтобы что-то ставить. Вот, ну, у нас здесь все просто по дачному. Там, прошу прощения, вот эта печка, поэтому тут висят всякие пледы, все такое. Ну вот. Действительно, как я и предполагала, очень-очень жарко. Это просто чудо для конца августа, для Питера. Потрясающе. Так что загораю. Купаюсь. Ну, правда, знаете, вчера было вроде тоже жарко, но не до такой степени, поэтому вода оказалась теплее. Ну, хотя тоже сначала входишь вроде холодно, а потом нормально. А сегодня контраст очень большой, но в любом случае это здорово. Ну, сейчас еще народу не так много, просто люди так время обеденное расходятся, потом еще вернутся, кто-то с работы приедет. Ну, вот здесь кораблик. Я сейчас немножко решила поснимать. Потом искупаюсь. Там вот подальше есть хороший пляжик. Это где мы снимали. Вот там еще камень, прочее. Там делала раньше фотки. Ну, там можно переодеться. В общем, вполне себе комфортно. Вода, в принципе,
Относительно чистая. Бывает и чище, но просто когда много купаются, сами понимаете. В общем, я рада, что продлила себе отпуск. Было бы очень обидно сегодня уехать. Я все еще на пляже. Сейчас покормила уток. Они вообще такие не боятся. То есть я, например, там плаваю, они рядом. Вон, тут я их кормила всех печеньем. Они с таким удовольствием лопали. А здесь смотрите, сколько муравьев. Много-много. А я использовала. Сейчас вам покажу. Средство от солнца. Наконец-то его удалось потестировать. Вот это вот. Короче, мне оно очень понравилось. Здесь SPF 50, но оно не жирное. И помимо того, что оно не жирное, оно неплохо защищает. Вот я все эти дни загорала и не сгорела. При этом такой ровный загар. В общем, все очень классно. Сейчас, правда, все равно немножко солнце скрылось, но очень тепло. Вот эти наушники мне безумно нравятся. Они нормально держат зарядку и заряжаются хорошо. И, в общем, и вот так вот складываются. Это я на Пандау заказывала. Ссылка у меня, в общем-то, есть на страничке ВКонтакте. Но это не реклама, я, в общем-то, с этого ничего не получу. Впрочем, если вы там не зарегистрированы и ведете промокод, который найдете под видео, то, конечно же, и вам дадут бонусы, и мне дадут бонусы. Это будет приятно. Вот на мне сейчас вот, прошу прощения, вот такой купальник. Это из фикс-прайса, но куплен несколько лет назад. И вот он мне безумно нравится. Быстро довольно-таки сохнет. И, в общем, удобный, комфортный. И для моей, так сказать, плоской фигуры идеален. А вот эти трусики, это уже из другого комплекта. Это уже фикс-прайс этот сезон. Вот Лифак от него. Слушайте, Лифак просто ужасные трусики. Мне, конечно, нравится. Но вот Лифак просто не только для меня огромный. Он вообще не, ну, вот в масштабах, да, по сравнению с трусиками. Он, как, я не знаю, на бодибилдеров, я уже говорила. Вот. И он того гляди соскочит. С него постоянно течет вода. И жуть просто какая-то приходится, когда выныриваешь из воды, постоянно его поддерживать. Вот видите, как там веселятся на кораблике. А сейчас, когда солнце зашло на некоторое время, мне приехал любимый и говорит: пойдем, я тебя на электровелосипеде научу. В общем, от Лифака здесь были два мокрых следа. Мне не хотелось снимать. Вот я на вот этом велосипеде приехала, это дамский. Ну, он очень старый, на нем еще его мама каталась. Вот. Ну, мне без разницы, на каком. Потому что у Андрея тоже такой, ну, у него в городе стрида, это типа сейчас модно, городской велосипед. А на даче он себе электровелосипед собрал, то есть на базе обычного советского, то есть уже все туда докупал. Ну вот я покаталась. А я сейчас на веранде. Сделала, кстати говоря, сыр, поставила охлаждаться и сделала тесто из сыворотки. Сейчас буду печь блины. Ну, пока вот тут раскрашиваю. Вот, на улице я очень была удивлена. Но, вы знаете, тепло. То есть, казалось бы, сейчас 21.07, но очень тепло. Можно хоть в майке ходить. Просто удивительно. Я в восторге. Вот. Продолжаю раскрашивать эту картинку, так не спеша. Кстати, знаете, когда я делала первый раз этот сыр, там же было сказано, что молоко должно быть 3,3% и выше. И чем процент выше, тем больше будет сыра. Ну вот я не знаю, насчет сыра я, конечно, не смогу
У меня здесь нету весов, по-моему, чтобы проверить. Но вот сыворотки получилось точно меньше. Ну, мне кажется, что это зависит даже не столько от жирности, хотя это молоко вообще было фермерское. Мне кажется, это еще и от зависит от посуды, зависит от плиты, электрическая, газовая. Вот у меня в Москве газовая плита, все там делается быстрее. Ну, в любом случае, сейчас замесила тесто, надеюсь, получится, потому что тоже пришлось, сыворотки получилось где-то 400-450 миллилитров вместо литра. Ну, ладно, как будет, так и будет. Так что, не знаю, будет ли что-то видно. На улице, ну, ничего не видно. Впрочем, вы все это видели. Ну, вспышка, конечно, не сильно здесь добивает без освещения. Хотя, кстати, она хорошо светит, и я все вижу. Но на камеру это как-то не очень. О, Господи, Мишка. Пипец какой-то. Не люблю темноту. Тут неожиданно собака из темноты гавкнула. Ну, в общем, на веранде все по-простому довольно-таки. Ну, и это нормально, потому что как бы дача есть дача. Сегодня уже 31 августа, суббота. Ну, чтобы не затягивать влог, я его просто вчера не завершила, поэтому завершаю сегодня. Если видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Мне будет очень приятно. Огромное всем спасибо за просмотр. До встречи в новых видео. Всем пока!